happy to see that the players came after summer in a good shape, and they are really ready to practice, and this is kind of the start of week, and they start to practice harder and harder, and this is kind of recover day after two days I practice and to do tomorrow. Много нового, интересного, как бы пока втягиваешься такая неделя, и много новых упражнений нам показывают, объясняют, пытаемся понимать их и выполнять, как бы, думаю, все тяжело еще впереди. Начали очень интересные тренировки, прям на тебе приходишь с интересом, с душой, с улыбкой, вот, а сегодня такой, можно сказать, небольшой разгрузочный день, такой футбол, поэтому не всегда удается на сборах поиграть в футбол.